Всем привет! Думаю, это будет крайний видос на этой высоте. Снизу он уже, кому видно, привезли монтажку, монтажную секцию. Наверное, завтра будут, послезавтра поднимать кран. У меня ночная смена, время 4:30 утра. Уже солнышко начинает потихонечку выползать. И все это мы дело заводим сбоку, так как сверху уже не проходит по высоте. Сейчас развернемся, покажу. Пока это выглядит вот так вот здесь. Что там пока ходит? И вот так вот здесь. Напоминаю, высота сейчас 47 метров. Мы всего-то выше на сколько здесь? На одну секцию этого крана. Плюс у него оголовок. Метров на 10 ниже. Ну да, 47, он где-то 55 должен быть. Ну плюс оголовок сверху. Ну короче, поднимать нас будут выше его по-любому. Как я уже говорил. Что ты там такое привязал-то? Быстрее бы уже подняли, потому что вся эта пылища и шум, и кран качает он. Здесь качку невозможно ловить, потому что канатов не остается вообще свободного хода. Кто не в курсе, пиликает это индикатор указания, точнее не указания, короче, индикатор положения контроллеров, джойстиков. Да, еще бы там разглядеть что-нибудь. Ну, как-то так все это заводится. Поверх уже не проходим. Самое смешное, что сейчас то, что закрываем, залить мы не сможем. По высоте банка не пройдет. Так что закрываем, просто чтобы закрыть. Поднимут кран и будем заливать. Кран еще надо будет здание привязать. Это что, куда? Thank you.
поработали. На сегодня хватит. Здесь у нас запчасти лежат. Это, собственно, обойма, которой потом будут пристежки крепить, которые крепят кран к зданию. Вот сюда вот они вставляются через пальцы. Болчи такие серьезные. Все еще не собрано. Вот гидравлика, с помощью которой секции выдвигаются. Мощная штука. Тоже ее еще надо будет поставить на самомонтажку. А вот и сама монтажка. Пока лежит разобранная. Надо будет ее еще собрать. Ставится она на саму башню. Вот ролики. Чтобы легче было по башне скользить. Сбоку заводится. Потом дособирается. Вот сюда ставится та самая гидравлика. И все, экран наращивается. Кому интересно, так на словах это не объяснить. Есть несколько видео, я вам в описании скину. Можете посмотреть. Вот таким он был. Что, спасибо за просмотр. Всем удачи. С вами был Алексей.